Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Лед тронулся. На реке Ока в районе Мурома начался ледоход. Первое движение льда было зафиксировано несколько дней назад. Освободился участок реки около села Панфилово. Уровень воды в настоящий момент находится на отметке 4 метра 67 сантиметров. Спасатели говорят, что в этом году вода не поднимется выше 6 метров. Лед на реке в районе города Мурома вскрылся. Прошел, в принципе, весь лед прошел. В черте города Мурома, Муромского района тоже. Вот. Ничего опасного нет, никаких подтоплений, затоплений, отрезаний территорий дачных участков и домашних подворий тоже нет. Единственный такой нюанс, то что ниже автомобильного моста нового, там поворот реки, и вследствие этого образовался затор из льда. Поэтому вода начала подниматься так, достаточно быстро. Вот, поднялась до уровня 4 метра 67 сантиметров. Вот. Но ничего страшного нет. То есть это только локальный такой подъем в районе города Мурома. Городу Мурому это ничем не грозит. Спасатели также предупреждают, что с 1 апреля на территории всех водоемов запрещена рыбная ловля. По словам Андрея Сугуева, рыбаки на открытый лед на Оку уже не выходят. А вот на других закрытых водоемах любителей подледного лова по-прежнему хватает. Предупреждающие рейды ГИМС МЧС продолжаются.